Веселые эстафеты, плавание и стрельба, легкая атлетика и дартс. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Колымский» прошли семейные соревнования городской спартакиады «Спортивная семья». Участников городской спартакиады с началом соревнований поздравил заместитель мэра города Магадана Юрий Казетов. Здравствуйте, дорогие участники соревнований. Каждый раз, каждый год, приходя сюда на открытие, конечно, первое желание как можно больше детей. И я вижу, что здесь, конечно, работа нашего комитета, надо больше информации о проводимой спартакиаде, подготовки, каких-то социального риска. Я думаю, что мы сделаем определенные выводы. Но я хочу сказать, что все равно каждый год большое количество семей принимает участие в спартакиаде. И для нас с вами не секрет, что те серии, которые дети, которые со своими родителями проводят в свободное время, видят, что мама, папа занимается спортом, в таких семьях и проблем меньше. А самое главное, это служит хорошим примером на будущее, когда ваши дети будут уже создавать свои семьи, они также будут заботиться и заниматься своими детьми. Главное сегодня – это здоровье, главное сегодня – это хорошее настроение. Своими ожиданиями перед стартом спартакиады с вечерним Магаданом поделилась одна из участниц. Впервые об этом мероприятии мы узнали из Магадан Медиа в интернете и решили поучаствовать в спартакиаде «Спортивная семья». Сколько лет ребенку? Дочери 6 лет. Кто в вашей команде? Я и дочь. К сожалению, папа не смог участвовать, потому что он инвалид, как бы он не прошел бы медицинское обследование, вот, ну, поэтому мы вдвоем. Сегодня в каких будете участвовать в состязании? Состязание по легкой атлетике и в дартсе. И какие ваши ожидания? Ну, так как мы впервые, не знаю, вроде бы было заявлено 29 команд, может быть, придет меньше, больше, ну, где-то 20 какое-то место, надеемся, займем.